после подписания 10 ноября 2020 года соглашения между Азербайджаном и Арменией, подразумевающего прекращение любой военной деятельности, встречаются случаи отправки личного состава вооруженных сил Армении на признанные на международном уровне территории Азербайджанской республики для прохождения военной службы в нарушение норм и принципов международного права и основных международных принципов прав человека. Об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана. По данным действующих в Армении международных медиа-агентств, личный состав вооруженных сил Армении обманом или силой привлекают к боевой деятельности на территории Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, что вызывает протесты как военнослужащих, так и членов их семей. В информации отмечается, что родители военнослужащих открыто протестуют против отправки своих детей на территорию Азербайджана для прохождения военной службы. Армянских военнослужащих тайно переправляют через Лачинский коридор и насильно размещают на территории Азербайджанской республики, подвергая их жизни риску. Также данные военнослужащие подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению. Азербайджан требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении. Bu kadar. Kanalımıza abone olmağı və komentariya yazmağı unutmayın. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.